Привет, друзья! Hello, friends! Today's TPR lesson is gonna be all about verbs of motion, and we are gonna practice them with a story. But before we start, I want to explain a difference between these verbs. So, in Russian we've got uh, unidirectional and multidirectional imperfective. What does this mean? Let's take a look on the verb идти, which is to go in English. Я ИДУ В МАГАЗИН. I'm going to the store. It means that I'm going to the store right now, in this moment. And it has only one direction, forward. On the other hand, Я ХОЖУ В МАГАЗИН КАЖДЫЙ день. I go to the store every day. And here we have multi-directional form and repetitive action. I go to the store every day, there and back again. More details you can find in the video description. Let's go for the story. Listen to it first, then answer the questions. Good luck. Это Вася. У Васи есть много хобби. Например, Вася любит бегать в парке. Он бегает в парке каждое утро. Еще Вася любит ездить на мотоцикле. Вася хочет ездить на мотоцикле каждый день. Но Вася не может ездить на мотоцикле зимой. Сейчас утро. И Вася сейчас едет на работу. Сейчас Вася едет на работу на машине. Вася очень любит путешествовать, но Вася боится летать на самолете. Вот фотография Васи. Какие еще хобби есть у Васи? Вася любит плавать на лодке по озеру. Каждые выходные Вася плавает на лодке по озеру. Вот, Вася плывет на лодке. Он плывет на другой берег озера. I hope you got it. And also you can find full PDF transcript below this video. Now let's put it in practice. Это Вася. У Васи есть много хобби. Например, Вася любит бегать в парке. Что Вася любит бегать? Вася любит бегать в парке. Он бегает в парке каждое утро. Вася прямо сейчас бежит в парке? Нет, прямо сейчас Вася не бежит в парке. Вася любит бежать или бегать в парке. Вася любит бегать в парке. Еще Вася любит ездить на мотоцикле. Вася хочет ездить на мотоцикле. Каждый день. Вася хочет ехать на мотоцикле каждый день? Нет, Вася хочет ездить на мотоцикле каждый день. Но Вася не может ездить на мотоцикле зимой. Что не может? Делать Вася зимой. Ездить на мотоцикле. Сейчас утро и Вася сейчас едет на работу. Вася едет или идет на работу? Вася едет на работу. Сейчас. Вася едет на работу на машине. Вася едет или ездит на работу сейчас. Едет или ездит. Вася едет на работу сейчас. А что делает Вася? Каждый день ездит на работу. Сейчас он едет. Каждый день он ездит на работу. Вася очень любит путешествовать. Но Вася боится летать на самолете. Вот фотография Васи. На фотографии Вася летит на самолете или летает на самолете? Летит или летает? Да. На фотографии Вася летит на самолете. Какие еще хобби есть у Васи? Вася любит плавать на лодке по озеру. Каждые выходные Вася плавает на лодке. Что Вася делает каждые выходные? плавает на лодке. А что Вася делает? Каждое утро бегает в парке. Вот Вася плывет на лодке. Сейчас на фотографии плывет. Он плывет на другой Great! To reinforce this, please write me two sentences in the comment section. One with the unidirectional imperfective, and the second one with multidirectional. Thanks for watching, and see you in the next video. До встречи!